Лусянина Виктория, 3 А класс, школа номер 120, город Перми, кукла. Много нынче в памяти потухло, а живет безделица пустяк, девочкой потерянная кукла на железных скрещенных путях. Над платформой пар паровозов низкоплыл, в равнину уходя, теплый дождь шушукался в березах, но никто не замечал дождя. Эшелоны шли тогда к востоку, молча шли, без света и воды, полные внезапной жестокой, горькой человеческой беды. Девочка кричала и просила, и рвалась из материнских рук. Показалась ей такой красивой и желанной эта кукла вдруг. Но никто не подал ей игрушки, и толпа, к посадке торопясь, куклу затоптала у теплушки в жидкую струящуюся грязь. Маленькая смерти не поверит, и разлуки не поймет она. Так вот этой крохотной потери дотянулась до нее война. Некуда от странной мысли деться, это не игрушка, не пустяк. Это может быть обломок детства на железных скрещенных путях.